Вот потихонечку очищаю снег, своя металлобаза. Вот немного осталось, 980 или 960 килограмм. Надо почистить и сдать как-нибудь. Вот так вот, этот ряд приставил пока. Дальше поехали, все замерзло, снегу, лед. Так вот надо как-то долбить, все замерзло. Вот такой утюг, реалитет, кому надо, советского времен, на металлокопе что только не найдешь. Вот так, сегодня металл почистил, все убрал. Такой металл у нас. Металл нас кормит, как не кормит. Запас есть. У татарина всегда запас есть. Все здесь. Тонна почти. Было, помню, 980, что ли, килограмм. Здесь вот сколько еще лежат. И здесь вот. Раз, два, три, четыре мешка. Считай, алюминий у меня есть вот. 80 килограмм где-то, помню, было. Вот. Металл есть с запасом еще у татарина. Еще есть меди, латунь есть, свинцы, аккумулятора у меня много. С запасом живем. Кто там писал? Металл кормит? Кормит, кормит. Работать будешь, кормит. Не для вас живу, а для себя кормит. Вот так металл все запаковал, все красиво, а металл хранил для нового покупка металлоискатель нового. А то, если я это сдал бы, деньги тратятся очень быстро. А так вот свой город АТПР продаю, что покупка нового металлоискателя. А это вот как раз металл остался, тонна почти. Вот хочу его добавить и купить. А город АТПР продаю, ссылочка будет в описании. А если мы металл сдаем, мы, как всегда же, хоп, и тратим же.